Эдисон, я тебя реально говорю, если ты там запутался, можешь телепортироваться ко мне. В смысле запутался? Я полчаса уже бегаю по городу и смотрю, просто город, понимаешь? Давай телепортируйся. Это мой, если что, самолет, спасибо. Я тебя сейчас отомщу. Кай, денежки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы продолжаем нашу рубрику «Гоночки в Майнкрафт». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вам выходит эта серия. Да, поэтому ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос и также на видос Жеки. Если мы сможем брать по 15 тысяч лайков на каждом ролике, то мы обещаем то, что сразу же выйдет следующая серия. Мы же обещаем? Да. Да, вот, поэтому все зависит только от вас. А, кстати, писки, подписки, наверное, тоже будет очень приятно, если вы подпишетесь и про колокольчики не забывайте, да. Погнали. Эдисон, знаешь, где мы сегодня, знаешь? В Египте? Да, мы с тобой в какой-то пустыне, я не знаю, Египет это или нет, но что-то... Я не знаю, подожди, такого опыта у нас еще не было, мы всегда в каких-то городах больших катались, а в пустыне, в деревне катались на таких скоростных тачках, а сейчас у нас самые мощные пикапы на свете. Пикапы, так. А тут уж все кататься ночью, вечерком, да, потому что это атмосферка такая, прям атмосферка. Да, поэтому... Просто жарко, жарко. Да, жарко, да, ночью, а ночью не жарко, да, ночью нормально. В принципе, мы уже можем прям сразу же так начинать. Да, давай садись в свой пикап, садись, пикап, садись, это, садись. Это мой пикап. А почему у меня красный пикап? Точнее, я не дальтоник, не, как бы, вот это самое. Синий! Почему у меня не красный, а синий? Потому что пикапы только синие. Я не переживай. Вот это. Я не дальтоник, запомните. А, в общем, я готов начинать. Я готов начинать, да. А, я вот, если честно, устал орать. Ну, я поору. Ну, давай оры там, оры, давай. Хорошо. Нормально. Нормально. Я не хочу орать, мы ночью снимаем. Какая ночь, какая ночь, всего лишь... Орать меня заставляет, а нас соседи выселяют, вот опять будешь потом жаловаться, что же выселяют, а ты все будешь на что, я ухожу... Дай мне слово сказать! Слово дай мне сказать! Все, забирай свои грязные деньги, я валяю! Без 15:03 ночи, всего лишь, никто еще не спит. Ладно, тогда я ру. Давай. Раз! Никто не слышит. Два! Три! Погнали! Все, больше можешь не орать, больше мы все, не надо больше орать. Так, да. Слушай, тут сложно. Все, хорошо, хорошо. Так, вот тут очень опасный момент, потому что понимаешь, тут как бы упасть можно. Если упадешь, то как бы... Куда я поехал, дебила, кусок? Подожди. Да, я не... Вот с этим я согласен. Это, пожалуй, единственное, с чем... С чем я согласен? Дайте мне, пожалуйста... У меня проблема. Подожди, я в ту сторону еду. Жека, у меня тут тоже такие небольшие проблемы. Я... Подожди. Да собака ты такая нехорошая! Я уже так жду тебя! Я не понимаю, что происходит! Я запутал меня! Да, да опять! Я ненавижу эту карту! Настроил тут говна всякое. Зачем я вообще столько бабрался с этой машиной, если я просто мог сесть в лодку сраную и уплыть, понимаешь? А вот не знаю, Эрисон, а тут, понимаешь, новая механика Майнкрафта, лошади, понимаешь? Большие проблемы. Все нормально, все нормально. Ой, я думал одну тактику. Не надо никакую тактику. Следующей гоночке я покажу свою тактику. Вы посмотрите на него, он уже поехал. Подожди. А я уже. А я если. А если лошадь утонула, да, вот что делать? Да, что делать? Да, ну вот я не знаю, я как-то выбрался. Я вот собственно раскрыл мою тактику. В смысле выбрался? А я вот как-то, я не знаю, я как-то его вытолкал. Знаешь, в чем прикол? Я короче, следующий раз утоплю твою лошадь. Ты только что передо мной стоял, твой призрак передо мной стоял, Жека! Твою мать! Тупая лошадь, она села со мной в... А чё мне делать? Ну как бы ты вот это не продумал на самом деле? Ну всё, я сел на неё, сразу ты поехнулась в воду. Я не знаю. И чё мне делать нахрен? Беги! Да я как бы бегу, но только я уже марафоны пробегал на картах вот этих всяких. Ну видишь, опыт есть уже. Уже не страшно. Опыт есть. Я еще гемот забыл выключить, но это не страшно. Даля, а ты где? Я еду, потому что у меня лошади не было! А где ты едешь?
Жакоб, ты что то настроил? Я ни хрена не понимаю, я за карту выбрался вообще! Чё? У меня большие проблемы. Ты вообще проблематичный чувак, как я понял, на самом деле. У меня водка застряла. Ты понимаешь, я даже сейчас не на карте, я не знаю, где я. Подожди. Это нормально. Где? Это нормально. Где? Я был боком. Что там происходит? Жек, где я? Я ненавижу эту карту. Что тут настроил вообще? А что тебе не нравится в карте? Я не люблю эту карту. Она мне вообще не нравится. Я просто тут гуляю по городу и смотрю, насколько он красивый, понимаешь? Потому что я не знаю, куда мне бежать. Я выехал из-за города, лошадь у меня... Лошадь, сука, цыгане украли, понимаешь? Цыгане вот украли лошадь. Я не знаю, куда мне идти. Лошади. А где ты? Я сейчас добрался наверх. Лошади нету. Я тебе пикап в воду скину, можешь брать. Катер куда-то уплыл. Я не знаю вообще. Никого в городе. Вообще никого в городе нету, понимаешь? Телепортируйся. Мне страшно. Телепортируйся. Я корабль вижу. Какой корабль? Корабль вижу, тут есть корабль. Я побежал побыстрее, а то ты меня там сейчас догонишь. А ты где? Я бегаю по городу, я ж тебе сказал. Если ты теряли, говорю, если там запутался, можешь телепортироваться ко мне. В смысле запутался? Я полчаса уже бегаю по городу и смотрю просто город, понимаешь? Давай телепортируйся. Это мой, если что, самолет, спасибо. Я тебя сейчас отомщу. Я выиграл. Это карма. Я полечу как птичка. Вперед! Это все карма, понимаешь? Ты украл мою лошадь, цыган. И его. Проиграл. Я твой самолет украл. Сломал еще и украл. Нормально. Реванш! А ты в кишок-геймоде, что ли? Нет, ну да, я ж тебе сказал. А, вот почему я мог сломать твой самолет! Это все карма, понимаешь, это карма. Я пошутил в жопу со своей кармой, все. Карма отомстит, не надо карму в жопу посылай, понимаешь? А второй раунд, у Евгения шанс отыграться, понимаешь? Тихо, все, погнали. Погнали, Жека, погнали. Так, читы офф, читы офф, понял, читы, читы. У меня нету читов. Читы оффнул, читы оффнул. Да нету никаких читов, да нету. Ну ладно. Хорошо, типа мне сейчас орать, да? Да. Хорошо. Давай, я послушаю внимательно. Раз! Чё-то плохо слышно, плохо, Эдисон, давай погромче. Два! Ну слабенько. Ты пошёл в пи***ду. Три! Обзывается! Я ведь, знаешь, не запикаю, понимаешь? Всё, и жопа. А ты запикай. А ты запикай. Теперь, Эдисон, а ты не матершинник, да? Нет, это неправда. Так, подожди. Я опять не туда поехал, ядрить батон. Так, а! Так, тихо. В жопу бега. Тихонько. Я, блин, пешком бегу! Да почему так лодкой сложно управлять, а? Да потому что здесь, понимаешь, здесь узкая речка. Узкая речка? Как вот это называется страна, где все в воде? Венеция или это не Венеция? Венеция это не страна, это город. Ну, в смысле город, который на воде. Венеция, да. Вот, ну, короче, это как Венеция. Это как Венеция, я понял, да, хорошо. Венеция в Египте, да. Венеция в Египте. Мы поем, мы все поем. Все логично. Я ничего не понимаю, куда тут на этой лошади бежать. Так, подожди. Есть познание. Опа! Как я перепрыгнул! Ты бы это видел! Да, я не могу перепрыгнуть! Ты тут каркаешь, вот тут что. А вот ка! Это все карма с предыдущего раунда, это все карма! Ты пошел ты в жопу. Ты уже там пур-пур-пур, а я еще. Я опять не туда поехал! Жека, ну тут как бы можно было.
Жек, да, смотри, можно, где, смотри, где, можно, смотри, где. Подожди, подожди, мы лошадок... Я застрял, мы лошадок катаем, да? Да, я уже второй раз закатаю. Не накатались, потому что... Да твою мать! Да ты заколебал, что тут понастроил! Лошадка, потолкни, пожалуйста. О, все, я бы, нет, не выбрался. Ты можешь плыть? Тупая лодка. Давай, лошади пропали, понимаешь? Ну и это и хорошо, это хорошо, это тебе что, не рад, что лошади пропали? Чё, у меня... Алло! Чё такое? Так, чё у тебя это? Я ни хрена не понимаю, что происходит в этом мире, в этой жизни. Объясните мне, пожалуйста, кто-то, кто понимает, как жить вообще. Чё у меня сейчас? Жека, чё... Сволочь, паскуда. Я застрял в этом. Чё мне делать? Ты прикинь, я даже ни разу лодку не ломал. Ты прикинь? Как ты меня за***а? Не, ну это жесть какая-то, ну чё это за дичь? Она у меня просто глушит мотор, и всё, она не работает, понимаешь? Она едет и глушит мотор, и всё. Нет, как? Кто мне там провода подрезал? Я понял. После первого раза я понял. Ага, то, я у тебя украл самолет, да, а ты мне сейчас вот тут нахимичил. У меня не работающая лодка, да? А-а-а! Я врезался в стрелку. Я все понял. Накрутчик, подкрутчик, ты все подкрутил, да. Вы все, ребята, сами видели, то, что у меня не работала лодка. А ты где? А у меня лодка не работала. А, да? Ну хорошо. Я тоже упал. Вот ты дебил! Так. Давай. Я тебя жду, я буду смотреть, как ты летишь. Ты можешь сесть, пожалуйста? Спасибо, да, спасибо. Давай. Я лечу, не переживай. Я надеюсь, что у меня сам. Я надеюсь, что самолет у меня в воздухе не упадет, потому что там ничего, двигатель не откажет, как у меня в лодке было, и все нормально, я долечу благополучно. О, вижу, летит. Ты где? А ты не видишь меня, видишь, я тут, я снизу тебя. Подожди. Ой-ой-ой-ой-ой, заворот. Ты так и видел, мертвая петля. Это бочка. Первый пересек финиш! Я бой! Ты тут не был 100%! Я тут как бы был. Ну да, ну да. Я специально на видео. Да, и ты перебежал. Да, я перебежал, я вот такой, типа, знаешь, такой чоп-чоп-чоп висяю. Бла-бла-бла, ну да, ну да. Я серьезно говорю, в смысле? Бла-бла-бла. Сам пей свой бензин. Нет, лучше... на эту лодку проклятую, которая не работает. Ты понимаешь? Она просто глушила мотор, и все. И все, понимаешь? Да, и вот и все, да? И все. И она не работала. И что делать? И все. Я не буду больше на этой лодке кататься, понимаешь? Я не буду на этой лодке кататься, я возьму себе нормальную вот такую лодку. Вот такую вот, да, как у меня. Нет. Это не лодка. Japan Airline! Понимаешь? Да, хорошо, я полетел. Я в Португалию здесь. Давай. Увидимся там. Когда-нибудь. Давай. Куда? Полетел. Ты куда полетел? Полетел, не! Меня подбили, я возвращаюсь в Россию. Хорошо, если ты улетел, то мне кажется, я на этом уже буду заканчивать эту серию. Да, как ты думаешь? Ты будешь заканчивать эту серию или нет? Да нет, зачем? Улети, и как там песни, я не помню. Улети и забудь. И забудь меня, все, я тебя прошу, если меня еще раз кто-то тпшнет, то мразь, понимаешь? Ты будешь мразью. Мразь, который сжрался, понимаешь? Не надо поэтому сжрался. А поэтому я так предлагаю ставить огромные пальцы вверх на мой видос. На видос Жек, если набираем по 15 лайков, сразу же выходит в серию, мы прям обещаем. Вот прям точно обещаем, да. А, и писки-подписки, естественно, все любят писки-подписки. Вот. Да, это с этим я согласен. Да, спасибо всем за просмотр. Да. Всем удачи. Короче, я не знаю. Пока.